Комитет науки Министерства науки и высшего образования страны объявил о проведении конкурса на грантовое финансирование наиболее перспективных проектов на ближайшие 3 года. И накануне в Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова прошла встреча с учеными вуза и с потенциальными партнерами, привлекаемыми к реализации проекта. Спикеры рассказали участникам о условиях и правилах участия в конкурсе. Прием заявок стартовал 1 июня и продлится по 30 июня включительно. Грантовые средства, выделенные с Министерства науки и высшего образования при Комитете науки, фонд является оператором, то есть Министерство науки и высшего образования дает возможность в виде гранта получения нашим аккредитованным университетам или ученым. Каждый год подает заявление от 70 до 80 проектов, то есть проходит конкурс, но подают очень много, 200, где-то 300 заявок, но не все проходят конкурс, отбор.